Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Статуя Афины Парфенос. 170-й год до нашей эры, мрамор 405/118. Вот эти статуи Афины не сохранились ноги, руки и часть облачения, а также корона. Отверстие в спине свидетельствует о том, что данное изваяние крепилось на стену храма. В руках у Афины было копье, ее традиционный атрибут. Скульптура представляет собой уменьшенную копию эпохи эллинизма знаменитой Афины Парфенос, авторство великого скульптора древности Фидия. Она одета в пеплос, грудь защищает щит с изображением горгоны. Интересно сравнить ряд складок одежды с каннелированными желобками, колоннами на заднем плане. Сразу становится понятно, почему античная скульптура, благодаря своей тектоничности, имеет монументальный величественный характер. Афина также устойчивая, как колонна, однако при всей ритмичности складки выглядит очень живыми и естественно струящимися. В традиции античного ваяния черты богини идеализированы, они доведены до типичности. Лицо одновременно величественно и изящно. Вот такое описание нашел в книге «Великие музеи мира» статуя Афины Парфенос. Пока-пока, до свидания.